Всем привет, с вами тренер Галя, и это мое шоу. Тренер Галя. Вот и кончилось лето, и я на 100% уверена, что ты забросил тренировки до следующего года. Но чтобы ты окончательно не заплыл жиром, сегодня мы будем заниматься зимними видами спорта. Приступим! Тренер Галя! Галя. И на первом упражнении мы будем заниматься двумя делами одновременно. Тренировать мышцы рук и заниматься самообороной. А делать мы это будем при помощи подручных средств. Снег отлично подойдет для нашей цели. Давайте сразу перейдем к тренировке. Встаем в позицию, берем снег и фигачим нашего противника. Конечно, чтобы придать нашему телу выносливость, не стоит забывать про лыжи. 2 минуты спустя. Нет, это я так специально дышу. Ну а чтобы никто нас не считал сыкунами, мы посмотрим страху в лицо и займемся санным спортом. Экстрим! И если вы будете следовать всем моим советам, то вы получите потрясающий результат. Шучу, вы хотя бы выживете этой зимой. Но если тебе понравился мой видос, то ставь класс этому видео и смотри мои предыдущие уроки. А также не забывай подписываться на канал этой чмошницы Дарьи. Пока! Ты агрегат, Галя, ты, Галя, агрегат. Ты агрегат, Галя, на 100 киловатт. Давай, давай, Галя, эх, Галя, выжимай. Давай, давай, Галя, эх, Галя, прыгай.